Всех приветствую, кто смотрит это видео. Хочу поделиться своей историей по созданию сайта на WordPress с нуля с помощью Федора Васильева. Дело в том, что я живу в одной из европейских стран, и совсем недавно мне пришлось пройти дополнительное обучение по графическому дизайнеру, а именно по созданию сайта на WordPress. Нам было дано задание найти заказчика, для которого мы бы делали сайт, и это было нашей экзаменационной работой. Все это надо было сделать в довольно-таки короткие сроки. Я активно взялась за это обучение и поняла, что информации обучающей было недостаточно, что преподаватель наш нам не все конкретно объяснял, как все это именно делается, что нужно именно делать. У меня возникло много затруднений и проблем. И нам было сказано, что мы должны выкручиваться сами, если что-то не понимаем, то должны искать дополнительную информацию, где-то читать, где-то смотреть. Ну, в общем, выкручиваться. Я стала искать в интернете какое-либо преподавание на создание сайтов на WordPress. Я нашла несколько таких преподавателей, но что-то как-то это все было не то, что именно мне нужно было. Или мне отказывали в помощи, или говорили, что это не совсем то, что мне нужно. Ну, в общем, не получалось. И уже совсем, когда я потеряла все надежды, я случайно вышла на Федора Васильева в интернете, увидела его обучающие уроки на YouTube, написала ему, мы созвонились через WhatsApp. Федор все спросил у меня, именно что, какой нужен сайт, какие стоят задачи, что конкретно нужно для этого сайта, что нужно делать. И я договорилась с Федором, что он даст мне уроки через скайп в удобное для меня время. И все мне объяснит. Так оно и получилось. Я брала несколько уроков через скайп. Федор все мне доносчиво объяснил. Если я что-то не понимала, он возвращался обратно к этому. И все рассказывал конкретно до тех пор, пока я не понимала, что именно я должна делать именно в этой задаче по сайту. Хочу сказать, что у Федора большой профессионализм по обучению. Он доносчиво доносит свой материал, он делится своими знаниями. И если что-то не понимаешь, он всегда все это терпеливо объясняет. У Федора большое терпение. Это действительно педагог. У него приятный темп голоса, он все доносчиво доносит и конкретно объясняет свой урок. Поэтому, если у кого есть какие-то сомнения по тому, обращаться к Федору за индивидуальными уроками или нет, я вам могу сказать смело, можете обращаться к Федору, потому что это именно тот человек, который сможет вам помочь, независимо от того, в какой точке мира вы находитесь. И несмотря какие задачи стоят по построению сайта, любой сайт он вам сможет объяснить и показать, как он делается. Так же, как это произошло и в моем случае. Я очень вам благодарна, Федор, за то, что я смогла найти такого прекрасного преподавателя, что я научилась делать для меня сайт. Сложный, кажется, хотя он на самом деле простой. Но как теперь я поняла, что это только начало, и надо дальше учиться, учиться и учиться. И если еще мне понадобится, возникнут какие-то вопросы и проблемы, конечно же, я обращусь именно к вам, Федор, потому что я знаю, что вы именно тот человек, который сможет помочь в моих затруднениях по построению сайта. Также и всем желающим обучаться по созданию сайтов я рекомендую именно Федора. Это именно тот человек,
который даст вам знания и который вам поможет. Всем всего хорошего и желаю всем удачи!